грязная лавка. Ей, чистая лавка. Пришли в Фаргорикл, как и обещали, короче, вам на фестиваль. Зачем сказала фудкорт? Фестиваль. О, да, еда. И, честно говоря, ну, блин, я думала, здесь что-то помощнее будет, чем то, что за моей спиной. Здесь существуют жвачки со вкусом бекона, жвачки со вкусом темного пива и так далее. Может быть, ради прикола одну и стоит купить. Там есть даже жвачки для просмотра в кинотеатрах. Там и попкорн, и кола в одном. Блин, мне кажется, это безумно круто и безумно вкусно, потому что жвачки, мармеладки со вкусом кока-колы я обожаю. Также Дима купил... Вот эти... Дим... Подсунь как-нибудь мне под камеру. Вот эти вот каштанчики. И я ни разу в жизни не ела жареные каштаны. Он говорит, что это вкусно, что он в Армении ел уже такие. И, блин, просто дико уговорил меня попробовать. Мы купили нано-мороженое. Нано-мороженое со вкусом печеньки я хотела. А Дима взял со вкусом арбузика. Арбуз говно. Нормально. Со вкусом печеньки это мям-мям-мям. Ты же не ешь кожу? Хорошо. Довольно-таки неплохо. Как ни странно, примерно через минут, сколько, 30-20 гуляний, уже хочется отсюда свалить, потому что заняться нечем. Но ты посмотрел на всю еду, пофоткал, сделал прикольные снимки, пожрал мороженого с каштанами, ну и, собственно, все. Может быть, не надо было завтракать дома? Здесь вся еда дорогая очень. Мы думали, хотя бы что-то бесплатное будем за халявы пришли. А получили бесплатные браслетики только. Да. Ну, на самом деле, Ева правильно сказала. Мы позавтракали, поэтому есть особо не хочется. Как и говорили, накупили жвачек. Ну, вот, с беконом, видите? Я не знаю, просто с беконом, наверное, самый отвратный жвачек. На самом деле, из-за всех вот этих вот, как они говорят, палаточек, которые мы видели, они очень часто повторяют друг друга. Дима сказал. Полно всяких этих бургеров, такос. Да, куча мороженого однотипного. Охренительно много. Лимонада всяких. И вот каштанчики, свежие фрукты и палатка жвачка. Это единственная, по-моему, палатка, да, которая не повторяет друг друга. Больше их не было. Но дохренище. Такос, бургеров и хот-догов. Хот-доги там просто, мне кажется, плодятся где-нибудь, пока их никто не видит. А, была еще всего лишь одна, один вагончик с пиццей. Всего лишь один. А я даже не видел его. Вот, один. Ну, тоже, ну, как бы... На весь фестиваль у вас где-то 100 фургонов. Ой, смотри, домик, пойдем в домик. Да, пошли. И все друг друга повторяют. Вон там справа. Ладно, идем справа. И мы решили, что все, нам 30 минут хватило, мы пойдем погуляем по парку Горького. Парк Горького сам по себе очень симпатичный, красивый, а еще учитывая, что сейчас утро воскресенье, здесь вообще никого нет. Да, а у нас есть вот такие браслетики, поэтому даже если мы проголодаемся или еще что-то, мы сможем вернуться. Они не ограничены, то есть если ты пришел сегодня, то можешь весь день ходить с этими браслетиками, как это было на том же Витфесте. Ты вышел, зашел, только там на Витфесте нельзя было покидать зону с едой, даже с напитками, ты ходил как привязанный. А здесь, естественно, вся зона еды – это зона с едой. Так что можешь делать, что хочешь. Пришли к охренительному домику. Я хочу просто пройтись по нему. Сейчас покажу вам вот этот домик внутри. Нет, речь. Подожди, подожди. Уважаемые дамы и господа, Бакштеев Дмитрий Викторович сейчас толкнет супер речь возле теремка. Как вы знаете, президент во мне давно умер, а речи толкать это не мое призвание, так скажем. Поэтому я просто скажу, наслаждайтесь жизнью, выбирайтесь на такие мероприятия почаще с друзьями, либо в поисках каких-нибудь блогеров, чем не цель, чтобы просто проветриться и прогуляться, или прогулять самого себя, или прогулять своего подругу, друга, родителей, бабушек, сестер, братьев. Мы только что видели 40-летнего мужика на BMX, и он, ясное дело, радовался жизни, а не существовал где-то на диване, посматривая новости. Так что просто живите всей душой, дышите полной грудью и будьте счастливы.
Внезапно почему? Потому что он вроде сначала накрапывал, а теперь резко ливнул, идет дождь. Дим, говорю, дождик пошел. Он такой, ну да, что-то идет. Я говорю, у меня мокнет голова. Он такой, ну да, дождик пошел. Что? Открой зонт! У тебя же есть зонт! Мы стояли под деревьями. Конечно. Я сейчас покажу, какие это были под деревьями. Это было не под деревьями. Все, судьба смеяться надо мной. На самом деле, вообще неудивительно то, что идет дождь. Мы вчера даже из-за этого не поехали на Витфест. Вчера было... Ой. На еда. Вчера была суббота, сегодня воскресенье. Было штормовое предупреждение, оранжевое, представляете? Еще не красное, но уже оранжевое. Так что не стоило покидать дома. А сегодня всего лишь дождик. Да. Гляньте, какой голубь здоровый. Речь его раздуло. Он, наверное, на анаболиках голубиных каких-нибудь сидит. Гуль-гуль-гуль. Не, он, наверное, мог, короче, сейчас очень грустно ему, но я не могу. Эй, гуль-гуль-гуль-гуль-гуль! Гулечка, стой! Ему нужно отдохнуть. Это был голубиный агар его, ребят. Он сожрал только что самого большого на карте. Боже мой, зачем ты уговорил меня на это? Как у меня жмется очко, господи. У меня-то как жмется. О, мы поворачиваем, ты что, не крутишь педали? Крути педали. Вот руль. Руль у него. Дима, а если мы врежемся, что будет, если мы врежемся? Ничего страшного не будет. Ты уверен? Да. Ну да, у тебя-то жилет спасательный. Я у тебя. Но я не хочу плавать. Ну, Дима, давай пойдем на берег. Не хочу больше кататься на катамаране. Кажется, я накаталась. Смотри, мы уже далеко отчалили. Ой, он плывет. Дима! Ну, потому что страшно. Если утонем, мы не умрем. Логика простая. То есть, если упадем, мы выживем по-любому. Поэтому что бояться? Теперь он свисток не сделал. Понимаешь, что, скорее всего, ляхи накачаю очень неплохо? Вот таким вот движением незамысловатым. Заворачивай, свистим суску свою. Суску. Суску. Уточек, главное, не утопить. Да, слушай, эти уточки нас сами подзубят. Там вот смотри, какой черный. И плывет, а ведь это убийца, мне кажется. Эй, утка! 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 Курица! Смотри, сразу голову поняла, кто курица? Мы решили пробовать беконовую жвачку. Первым это делает Дима. Давай, я снимаю. Твоя реакция? О, смотри, как я не... Чисто как яйца у курицы. У них есть яйца? Нет, да. У куриц? Не те, которые... А, я поняла, ну, давай. Давай. Бекон. Суй. В рот. Жвачку. Вкусно? Как бекон. Вкусно? Если бы сюда добавить еще жвачку со вкусом яичницы, было бы вообще замечательно. Да? Да, я тоже попробую. Отличная речь перед дегустацией. На самом деле она просто собиралась духом. Ну как? Подошва. Подошва. Носочки. Подошвы и носочки? Угу. Серьезно? О-о-о. А где же там бекон? Глицеринчику. Я задыхаюсь. Блядь, ужасно. Не берите бекон на жвачку никогда. Отличная жвачка. Сначала вкус бекона, а потом сладенький прикус. Берите бекон на жвачку, если у вас есть Дима. Да, мне это он пожует. На самом деле, мне просто все нравится. Это рад. Самая лучшая жвачка в мире. Очень важная миссия по спасению голубя. Только ты его внутрь пакета не клади, а то он реально задохнется. Возьми. Ты сейчас не бойся, дружище. Главное, не бойся, хорошо? Он вообще не боится. Не бойся. О, пищит, бедненький. Не боится. Просто вот сюда, под кустик его посади. Вон там, под крышей есть место. О, отлично. Я спасаю его. Ну, здесь, по крайней мере, капать не будет. И пакет ему оставь где-нибудь тут рядом.
Все, все, все. Может, выкинем все этот пакет? Не, выкинь пакет, мой мусор. Ну, дружище, здесь кормушка висела. Сейчас ее нет. Эй, братиш, пока. Ты тут не замерзай только, ладно? Мы хотя бы тебя от водички спасли. Пришли домой, находились, устали. Купили жвачки, и сейчас будем смотреть кино и жевать жвачку с попкорном и кока-колой, чтобы все было по чесноку. Для тех, кому интересно, я знаю, что есть люди, которые под предыдущим подкастом, под последним, под 11-м подкастом, писали, мол, кому нахрен важны твои болячки, зачем ты это всем рассказываешь. В общем-то, я это рассказала для того, чтобы вы поняли, почему, собственно, видео задерживаются, почему они так достаточно коротко выходят во времени. Не часто, я не знаю. Редко. Коротко. Коротко выходит по времени, не часто. Мы очень сильно устали. Да. Коротко выходит. Ну и, собственно, анализов пока еще никаких нету. Как только что-то появится, я вам дам обязательно сразу знать, и мы поедем домой тут же, конечно же, и уже будет более частое расписание. Более длинные выходить ролики. Каждый день по видео и так далее. Но пока нам приходится все еще быть в Москве и ждать всякие эти пункции и тому подобное. Пункция — это когда тебе иголку в горло пихают и берут кусочек твоей ткани, чтобы узнать, типа, доброкачественная или злая эта опухоль. Ну, в общем, да, вот так. Это для тех, кому было интересно, кто спрашивал. Это дело прикольно. Да, вот так. Да. What's up, nigga? What's up, nigga? Nigga. Yo, а я больше не знаю английских слов. Все. На этом, ребят, наш влог сегодняшний заканчивается. Всем большое спасибо. Если вам интересно, вы, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии каких-либо моментов, которые вам больше всего понравились. И пишите также, что хотите еще увидеть во влогах. Может быть, вы хотите, чтобы мы с Димой в какое-то конкретное место сходили, кроме стрип-клуба, конечно же, и там что-то отсняли. Мы только за. Да? Ну, пишите все, что хотите. Всем пока. А, подожди. Есть еще одна объявляшка для вас. Короче говоря, мы накупили кучу настольных игр. Да. И если вам интересно, об этом тоже в комментариях напишите, и мы поснимаем, как мы в них играем. Разнообразные есть, от Монополии, начиная, заканчивая Манчкином. Монополия, Дженга, Манчкин, Инлав у нас есть, но Инлав мы не будем показывать. Не, если там хорошие бонусы, это пошлая игра. Нет, это пошлая игра для двоих, не показывать ее. Не показывать. А, дед мне волосы сделал, как будто груша-то. И слезкой тебе на лоб. Еще у нас есть мафия. Джанго. Ты говорил, я Джанго. Еще давай. Давай, короче, еще у нас есть. Как это называется? Элиас и Джанго. И Джанго. Ну и мы будем продолжать покупать игры, потому что нас что-то вообще дико потянуло на настольные игры. Это особенно хочется купить Джанго. Вторую. Четвертую. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. С вами были Ева и Дима, и мы будем жевать жвачку с попкорном. Да, а давай покажем. Сейчас покажем, короче. Мы показывали уже. Пафосно. Жвачку с попкорном мы показывали уже. Ну, короче, не скупитесь на лайки, ребят. Всем пока-пока.